Итак, я закончила подготовительный этап работы с бензопилой. Это было даже проще, чем я думала, но все равно немножко устали руки. Но мне понравилось. Сейчас для продолжения работы мне понадобится скобель. Для этого я съездила в магазин «Рубанки нет», и мне там посоветовали одну из моделей. Очень острый аппарат. Его хватит надолго. Вот вам для ваших работ сколько вы собираетесь 100 штук сделать? Нет, одну пока. Вам точить не придется вообще? Хорошо, ладно. Тогда не надо точить. То есть, по идее, да, он готов к работе. Ага. А что у вас там, какое-то мероприятие проходит? Да мы решили в последнюю субботу месяца устраивать лекции, да. И для нас это полезно. Сегодня очень холодно, минус 11 градусов, поэтому я решила устроить большой бардак дома около камина и заодно буду топить моим мусором камин. Я закончила делать этот кофейный столик. Изначально я хотела, чтобы он был просто естественного цвета, но в процессе покрытия его маслом с содержанием воска оказалось, что его несовершенные подгнившие волокна стали еще более ярко видны, что меня немножко огорчило, и поэтому я решила затонировать все белым воском. Это немножко скрыло эти его несовершенства. Конечно, может быть, стоило найти другой, более свежий пенек, но в лесу такого я не нашла. Или можно было конкретно этот пенек покрыть темным маслом, черным или под цвет дуба, но я сделала именно так, и у меня будет именно такой столик. Всем до свидания и спасибо за просмотр. До следующих встреч!